И вот третий сюжет, я готов, в принципе, к участию. И в руках предметы, которые несут образы и смыслы. Никола Тесла – это тот человек, который создал электрические машины, которыми мы пользуемся до сих пор, который мыслил философской категории, который применял на практике материализм и эфира. Как раз все связано, все со всем. И демонстрация того, что мы можем получить. Это какое прикладное значение тех технологий, о которых мы говорим. Это в первую очередь средство перемещения. Планета наша огромна, огромное количество климатических, техногенных катастроф, ситуаций. Мегаполисы надо расселять, обеспечить всех кристально чистым, полезными продуктами питания. Мы можем озеленить, обводнить пустыни, новые средства перемещения пространства будут доставлять это во все точки планеты. Это кажется фантастическим образом, но к нему нужно двигаться, если мы хотим куда-то прийти. Поэтому призываю к конкретным действиям. Требуется... Какая еще получена обратная связь? Люди из структур, которые ответственны за безопасность и так далее, уже ознакомились с первым роликом. Говорят, есть связи с посольством Индии. Поэтому все происходит вот в головах и в душах единиц. Единиц, которые принимают решения. В этом и смысл проявления политической воли. Стоп.